Здравствуйте, Николай Дмитриевич. Самый первый раз в Донбай. Вы когда были? Давно. В 57-м году. Я тогда был после первого курса студент. Туристическая путевка, Теберда, Донбай. Ну и вот походили там в Теберде, пришли сюда. Ну тут ничего этого не было. Девственные леса, луга. Ну, город как были все те же. Ну, в общем, с молоду вообще все лучше смотрится. Так что был полный восторг от этого дела. Ну и по осени я записался в секцию альпинизма в Московском энергетическом институте. Так была, она и сейчас есть, эта секция. И вот уже, значит, в 58-м году я поехал в Альпиниаду. И с тех пор один год пропустил реально. Второй ребенок рождался. Николай Дмитриевич, расскажите, вот какими качествами, на ваш взгляд, должен обладать человек, который занимается альпинизмом? Ну, понимаете, в общем, занимаются самые разные люди. Но для того, чтобы получать самому удовольствие и не портить впечатление другим, надо быть здоровым, крепким, уравновешенным психически, компанейским, грубо говоря. У нас коллективный альпинизм, в одиночку у нас и запрещено было ходить, и не ходит. Да это опасно, да и глупо одному ходить, грубо говоря, ну, с моей точки зрения. Хотя есть такие солисты, будь здоров, как ходят. Вы совершали очень много восхождений. Вот на какие вершины? Ну, понимаете, значит, я, в общем, высотник. 30 с лишним восхождений на 7-тысячники и 7 восхождений на 8-тысячники. Дважды на Эвересте был. Ну, это все в Непале я ходил. Вот. А потом я еще провел кучу экспедиций уже, будучи, так сказать, в возрасте. И не в той форме, чтобы лезть самому. Значит, очень хорошая экспедиция. Ну, главное для экспедиции деньги найти. Но это у нас Витя Козлов был, специалист по добыче спонсоров. А я тренером выступал. Значит, мой средний лхоз за последний 8-тысячник. Северную стену Эвереста, первый проход. Западную стену К2 в Пакистане. Очень хорошее. Классное восхождение. Самое запоминающееся. Есть такое? Вы знаете, значит, в 91-м году осенью была экспедиция 4 человека. Начальник, который сказал, никуда не пойду. Барышня из Америки. И мы с Сережей Арсентьевым поднялись на Анапурну с севера. Это 8-тысячник. Потом Сережа на этой американке женился. Потому что восхождение было. Но шли мы вдвоем. Она заболела. Он ей там уколы делал. И очень она им понравилась. Но, к сожалению, потом оба погибли на Эвересте. Ну, сумасшедшие люди. Она решила стать первой американкой, которая поднимется на Эверест без кислорода. И поднялась, но спуститься не смогла. А он ее искал и тоже погиб. Такая вот любовь. Альпинизм для вас что? Вот лично для вас. Образ жизни. Порочный круг знакомств. Все друзья в этом деле. А дома как относились и относятся к тому, что вы вот такие опасные? Ну, с женой я познакомился в горах, она тоже занималась. Ну, она до второго разряда доросла, дальше дети пошли, ну, она на лыжах каталась. Но она понимала, относилась с пониманием. Ну, я первые 17 лет трудовой деятельности работал конструктором, и это было хобби. А потом я уже работал профессионально в альпинизме. Это была работа. Я был 9 лет замначальником международных альплагерей, потом тренером сборной 5 лет. Это уже работа была. То есть горы – это хобби переросло в профессию. Николай Дмитриевич, в Донбае вы, наверное, неоднократно совершали восхождение. Ну, я вырос в Алибеке, грубо говоря, до первого разряда. Так что все вот эти горы. Вон Малый Донбай, Главный Донбай, Южный Птыш. Я на них везде был. И два сезона еще работал
инструктором в Алибеке. Так что все это мне знакомо. Какая вершина сама? Ну, это было давно. А потом перешел вот на высокие горы, ну и Домбай как-то ушел в сторону. Последний раз в Домбае когда были? 2 года назад, и, значит, пришел в тихий ужас от всего. От плотности застройки, скажем так. Сейчас как-то еще народу меньше, там было гораздо больше. Там пройти невозможно по улице. А вот сегодня вы с утра поднялись, вот впечатления, не знаю, воспоминания? Ну, все вместе. И воспоминания, ну, впечатления какие. Я это все видел 10 раз или 100. Но горы стоят все те же. Льда стало меньше, снегу, а так... Мало что меняется в природе. Для природы 50-100 лет – это не срок. Есть любимое место вот здесь, Карачаево-Черкесия? Ну, я не знаю, значит, вот Белолакая, так сказать, символ. Но вот, к сожалению, я там ней не был. Вот о чем, почему, не знаю. Там, в общем-то, и маршрут не сложен. Так вот, карта легла. Николай Дмитриевич, самый дорогой для вас регалий какой? У вас очень много регалиев. Вы обладатель титула «Снежный барс». Это, понимаете, это такой придуманный титул. Ну да, все высшие семитысячники бывшего СССР. Значит, в каком же это у нас? В 83-м году это закрыл. Вот. Пиком победы. Ну, это такой титул почетный. Ну, понимаете как, вот пик коммунизма. Я на нем был 8 раз. Я работал спасателем, гидом, тренером и поднимался по работе, грубо говоря. Сначала как спортсмен, а потом уже совмещал все это. У меня дома висит фотография. Я говорю, это гора кормилица, я там деньги заработал. Николай Дмитриевич, а из детей кто-то, как вы... Ну, слава богу, нет. Дочка выполнила значок альпинист СССР. Вот. И на этом кончила. Наш сын прекрасно катался на лыжах, значит, был инструктором по горным лыжам, а сейчас того хуже, на параплане. Ну, на лебедке стоит под Москвой. Ну и сам летает. Мечта какая в дальнейшем? Да уже, понимаете, 85 лет в этом году будет. Уже мечт. Ну, есть мечта. Я по миру много где поездил. Хочется в Южное Чили, где ледники прямо в океан. Начинающим альпинистам, вот что бы вы хотели пожелать, порекомендовать? Это любое дело, как говорится. Руби сук по себе. Не надо сразу лезть на Эверест. Плохо кончится. Николай Дмитриевич, желаем здоровья, долгих лет. И почаще приезжайте к нам в Карачаево-Черкесию. Попробуем. Спасибо вам большое.